Реконструкция Псковской улицы в областном центре была завершена еще в конце прошлого года. С тех пор наши корреспонденты не раз возвращались на объект под наблюдением, чтобы зафиксировать те или иные нарушения и недоделки. Время идет, ситуация не сильно меняется. Какие новые недочеты в работе подрядчика выявили горожане, расскажет Анна Вихрова. Псковская улица с нашей последней инспекцией стала удивлять чуть меньше. Например, уже нет того самого забора, в который упирались новгородцы, переходя улицу по пешеходному переходу. Но провалы в благоустройстве все-таки остались. Невозможно на велосипедной дорожке идти и потом попадать в люк, потом попадать в землю, не заасфальтированных, к сожалению, маленьких сучек дорог. Это тоже на безопасность очень сильно влияет. Мы с вами только что шли и видели это. Еще весной после завершения проекта общественниками был выявлен целый ряд недостатков масштабной реконструкции. Лысые зеленые зоны, на которых не пророс обещанный газон, уже кажутся мелочью по сравнению с более глобальными недочетами. Чего только стоит одна расшатанная брусчатка с перепадами и кривые бордюры. Именно этот весенний список и лег в основу договора с новым подрядчиком, который должен устранить выявленные несуразности. Впрочем, список недостатков постоянно пополняется. Отслоение бордюра, не до конца уложенный асфальт в пешеходной зоне. Строительно-монтажные работы завершались, можно сказать, в зимний период времени, декабрь-январь. Все в срочном порядке, и весна-лето проявила, показала недостатки, над которыми сейчас надо будет определиться по времени, чтобы все это устранить. Все будет под моим контролем. В общем, по проекту все работы были выполнены. Другое дело, что у самих горожан есть претензии к качеству этих самых работ. Что делают для исправления ситуации уже сейчас? Подсыпку грунта в местах провалов, демонтаж и монтаж брусчатки там, где образовались дыры, асфальтирование двух небольших пешеходных зон и установка нескольких знаков. В рамках основного контракта удастся устранить недочеты по банковской гарантии. Остальные казусы благоустройства, которые проект не предусматривал, сделают за счет бюджета города. То, что действительно радует водителей после ремонта улицы – хорошо сделанная автомобильная дорога. Только вот светофоры подкачали. На Псковской то пробки, то аварии. А задачиться вопросами регулировки движения власти пообещали в самое ближайшее время. Анна Вихрова, Олег Федоров, новости, Новгородское областное телевидение.